Поставим фильм for a soil. Little rock and falls and they juicy, so juicy. Trust me, you'll be stitchy. Hell is round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of style. If you believe or deceive, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life. Секрет, что все любят скидки, массовый шопинг и ажиотаж за шмотьем. Используя эти механизмы, деятели одесской арт-среды привлекают дополнительное внимание к нетривиальным товарам. В рамках Гешефт Гараж Сейл проходит так называемый секонд-хенд современного искусства. Почему именно секонд-хенд, а не просто магазин современного искусства? Комиссионка. Я отметил в посту на Фейсбуке, что это галерея современного искусства под открытым небом и комиссионка в одном лице сразу же. Ну почему? Почему именно комиссионка, а почему секонд? Потому что, то есть, этот товар был уже в руках или просто он... В руках художника. На выставках, в проектах? На выставках, в проектах и аукционов. Вот. И это надо уже отдать другие руки. Ну, то есть... Любящие. Любящие, да. Как нам сказали художники, пусть работы найдут свой дом. Мы такие, да, конечно. Скажи, каких художников и по каким, не знаю, критериям ты собрал работу, чтобы они нашли максимально быстро свои руки? Да, я, естественно, я пытался собирать имена, чтобы я мог как-то апеллировать, потому что, собрать первокурсников – это одно, собрать серьезное искусство – это уже другой уровень. И, так как я в силу того, что я куратор, занимаюсь довольно на... высоком уровне, то я, естественно, привлекаю художников, с которыми работаю всегда, плюс с ребятами, которые довольно качественно занимаются и производят свое личное искусство, но в меру каких-то бытовых вещей не всегда так часто появляются на выставках, как другие. Участие в таком экспериментальном, интересном проекте, как для тебя вообще? Мне очень нравится эта идея, я считаю это прекрасно, что люди могут зайти и купить современное искусство знаменитых авторов и молодых по очень низкой цене. Конечно, это очень классно, я это приветствую. Для тебя, как для художницы, это возможность побыстрее продать работу или все-таки, чтобы она обрела какие-то руки, которые будут ее любить? Конечно, и интересоваться? Конечно, какие-то руки, прежде всего, да. Чтобы кому-то она очень нравилась, и кто-то приобрел ее. Совсем не из-за денег мы здесь. Просто показать обычным людям, которые, может, могут не доходить до выставок, да, там. Просто здесь массово посмотреть искусство современное, которое в музеях представлено.
вот создание как бы такого именно формата рынка и вот для работы, это не уменьшает, ну, как бы достоинство и все-таки как бы статус искусства, которое... Ну это же один раз просто делается, это как... я думаю, что не уменьшает, нет. Организаторы этого секонд-хенда предлагают работу лучших одесских художников по самым демократичным ценам, что позволит многим людям обзавестись своим артефактом современного искусства. Скажите, вот как такой формат, где люди могут приобрести работы, интересные, не просто как бы, ну, современного искусства? Конечно, это очень классный формат, потому что это помогает художникам, ну, как бы они продают свою работу и сразу видят результат. Это вообще очень приятно, когда люди приходят и вот могут посмотреть и сразу приобрести работу. Не превращает ли работы художников вот такой формат в какой-то низкопробный формат? Нет, абсолютно. Я считаю, товар именно. Нет, абсолютно не превращает. Художник – это человек как бы живой. И вообще, как ему бы, нужен доход, так или да, иначе. Затертый лозунг о том, что художник должен быть голодным, он на самом деле немножко обрезан. На самом деле он звучит, как художник должен быть голодным духом. Вот, поэтому... Тут про другой голод идет речь. Да, да, поэтому это, по-моему, замечательный формат. Представлен такой вот так называемый секонд-хенд современного искусства, где художники... Почему секонд-хенд? Я, кстати, тоже не в курсе, но я думаю, что это работы, которые уже побывали в разных выставках, разных проектах. И здесь они уже обретают вторые руки, может быть, постоянные. Черепа нам понравились. Свою картину надо почувствовать, походить, подумать, почувствовать. Вы еще не выбрали работу? Еще нет, мы в процессе. Какую бы вы хотели выбрать? Вот это очень замечательная, потрясающая интерьерная вещь. Любой интерьер впишется. Как современное искусство может вписываться, ну, в какой-то интерьер? Ну, любые вещи, ну, если, особенно если они универсальные, как вот такие, допустим, которые несут смысловую нагрузку какую-то, это сложнее, конечно. Сложнее. Тут скорее более дизайнерский. Человек должен быть готов просто к этому. Ну, допустим, эта практика вот в Америке, в Нью-Йорке в особенности, это уже давно, это уже лет 40-50 у них это, они покупали работы современных художников. У нас почему-то это не используется. У нас... современное искусство, оно как бы в ранге элитарных, понимаете, вещей. И люди, которые понимают что-то в этом, они это относятся к богеме. Естественно, поэтому это не идет в массы. А в Америке с этим как бы, наверное, проще, потому что просто-напросто слой людей больше. Мне нравится. Это женщина, мужчина? Вы знаете, если это мужчина, то у него маленький. Ладно, будем надеяться. Будем надеяться, что женщина. А сколько стоит? Эта работа стоит порядка, ну как вам объяснить? В мастерской у этого художника она стоит намного дороже. Вы торгуетесь как на привозе. Мы эту картину отдаем на самом деле за 3000 гривен. Можем поторговаться еще. Кто автор? Автор – это Газисевич. Гадис.
Хорошо, хорошо, я посчитаю свои деньги, которые я заработаю потом уже, и, может, и приобрету. Не, на самом деле у нас выступают очень много грандов и боже, я просто не могу выиграть, извините. Ладно, неважно. Так, 3000 гривен, ну, я не знаю, я думаю, что я, может быть, имею... Извините, я больше не могу, как бы, скинуть. Да, смотрите, там самолет. Независимо от того, в гривнах цена на работу или в долларах, неоспоримым фактом является то, что хорошее искусство бесценно. Says shouldn't you see? Let me take you down the corridors of my life.